Добрый день, уважаемые! Сегодня праздничный день, сегодня День России. А наша страна тем необычайна, что в ней есть парадоксальное сочетание. Она одновременно очень индивидуальна, самобытна, уникальна, и у нее есть всемирность. Вот она и сама по себе, да, у нее особенный путь, и в то же время она всемирная, Достоевский говорил. Федор Михайлович утверждал, что нельзя быть россиянином, если у тебя в душе нет всей Европы и всего мира. Если у тебя в культуре нет интереса ко всему, что происходит буквально во Вселенной, если ты не отвлекаешься духом на любой штрих, который только есть в нашем бытии и понимании. И вот это сочетание уникального вселенского, я думаю, нас в России отличает. Я попробовал сочинить песню, и не знаю, конечно, появится ли когда-нибудь к ней композитор или нет, но я попытался сочинить песню под названием «Я и моя земля». Полностью я ее читать не буду, а вот фрагменты в ней прочту. Может, композитор тоже найдется, и тогда можно ее будет петь. А пока отрывок. Слово «Родина» нетленно и хранимо, как пароль, и свежо, и современно, и пронзительно, как боль. Мир сегодняшний так хрупок, и надежда чуть жива, но любовь моя — поступок, а не чахлые слова. Как бы страшна ни была преграда, жалобы не по мне. Я молча сделаю то, что надо мне и моей стране. Я не желаю стонать недужно, тупо сидеть во мгле. Я просто сделаю то, что нужно мне и моей земле. С праздником, уважаемые! Счастья!